Я не знаю, как это у меня выйдет. Ну, может быть, некоторые отсылы будут делать, но, скорее всего, нет. Ну что, давай. Запустил? Лампочки. Лампочки светят, это же вообще замечательно. Черт возьми. И мне смешно, потому что они светят. Телефоны звонят. Трубку никто не берет. А я сижу здесь и записываю свой странный дизлайк. Всем привет! Ты подудалял? Я включил запись, сейчас посижу, хочу запишу. Наши будущие подписчики, музыканты Менделеев. Здравствуйте! Для кого этот выпуск? Этот выпуск прежде всего для людей, которые ищут свою дорогу домой. Никак не могут ее найти. Мама мне рассказывала, что она села в троллейбус, и там был мужчина без штанов. Но это, конечно, никому не интересно. Давайте найдем что-нибудь интересное. Для чего есть гравитация и зачем мы живем? Вопрос дня был освещен против стрелки. Ладно, не будем о грустном. Для кого это? Крыса, магазин, продавец, ножи. Купил пару вчера, пришел в магазин за кусок тряпки, с меня взяли 700 евро. Это как вообще? А на бронированный сейф в бочке или у продавцов мариновалась? Цветы, смотришь на них, они растут себе так и ничего. Некоторые по-другому говорят гадости, говорят это больше. Больше говорят, да нет же, не в этом счастье. Счастье в том, чтобы не перестать говорить плохие вещи, а говорить только хорошие. Просто смотришь на цветок и все, этого достаточно. Вокруг тебя говорят о проблемах. Приходишь в магазин, а там в банке я господин. И второй, третий этаж, они все разбитыми окнами сидят. Сидим сейчас и пытаемся, просто мы экспериментируем, делаем записи. Какая цель этих записей? Действия, эти записи, действовать в этом мире. Но тут, в принципе, ничего интересного нет в этом мире. Совсем ничего интересного нет. Но разве это интересно? Ходить на работу каждый день с 9 до 6, потом приходить в пятницу отдыхать. Но если работа интересная, то это хорошо, конечно. Но какова цель? Просто потому, что приучена. Мне становится жарко. И плюс 0 центов. Кролики! Большие и очень вкусные вишневые пчелки. Светофор. Нет, между прочим, второй файл уже. Здравствуйте, с вами Дизешуточный выпуск новостей. Сегодня смотришь на них, они растут ничего. Такого сложного адреса политика я не видел. 192-168-00. Ну что ж, поговорим о насущном, о возвышенном, немного усердно подвыпившем человеке. Да, немного странное начало, но это должно быть так, иначе это было бы не начало. Надо делать стулья.
прям сегодня возьму и буду делать стулья, потому что больше, собственно, в этой жизни делать нечего, кроме стульев. Ты, может, на стоп поставишь, я ржу уже не могу. А есть ли он вообще, этот смысл? Нету. Я думаю, что смысла вообще в принципе нету. Достичь его нам, к сожалению, не дано. Как и не дано сорвать яблоко с самой верхушки дерева яблочного. Оно просто само упадет в итоге. Но ты уже его не поймаешь. Оно упадет, сгниет, его сожрут черви. И может быть, какое-нибудь зернышко уцелеет, черви не дожрут, и вырастет еще одно дерево. Нет. Все удивительно очень. Звезды взрываются. И дети рождаются. Но я повторялся. И я еще раз скажу, что звезды взрываются. Взрываются, а их подрывают просто. Динамитные шахтеры. Это очень удивительное место. Там в сценарии было что-то про Менделеева, но я не помню. Там какое-то было переплетение то ли Менделеева, то ли линейки с пулями, что-то. Ну, в общем, я не буду по сценарию, я просто скажу своими словами, что Вселенная очень удивительная, мы в ней живем, непонятно, если так подумать. Но если посмотреть просто телевизор, то оказывается все очень просто. Нужно сработать бумажки, положить их в кошелек. Потом там сказали, ипотеку можно взять недорогую, ну лет на 30 где-то можно ипотеку взять. А потом там еще рекламируют на дорогах эти лекарства хорошие, говорят, их помогает. И еще, когда я ездил в Орел, там был огромный склад памятников мраморных. Ну, я намекаю про то, что они нам даже такую услугу дают. Сыграть в ящик. Тоже нужны деньги. Как это все не складывается с тем, что звезды взрываются, и механизм очень сложный. Вот рука, например, механизм чрезвычайно сложный. Я не знаю, как она работает. Вот ты знаешь, как она работает? Я не знаю. Она просто каким-то чудесным образом двигается. С вами был Дизлайк. Отписываемся, ставим дизлайк. Пока!